Марк Аревич Тарловский. Сборник «Почтовый голубь». Цикл «Путешествие в будущее». Стихотворение «Песок». 4 марта 1925 года. Читает Лев Литвинов. «Ноли танжере, циркулус меос, не касайся моих чертежей, не смывай их, о девушка Эос, из-за влажных ночных рубежей. Роковые колышутся зори, непогодою дышит восток, и приливное рушится море на исчерченный за ночь песок. Под веслом со случайной триремы в Архимедовой мудрой руке непонятный узор теоремы возникал на прибрежном песке. И в изгнании с холодной отвагой чертежи политических карт, как учитель изломанной шпагой, выводил по земле Бонапарт. И подобный небесному гостю, отрешенный от мира поэт, на куртине нервической тростью проводил фантастический след. Но как варвар жестокое утро и прилив одичалых морей отомстили и старости мудрой, и отваге, и грезе моей».